Всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин Tuhand, наш видеоканал и обзор нового товара. Точнее, для нас он уже не новый, мы занимаемся поставкой колес, этих колес в Москву уже более 2 лет. Мы представляем трансовые колеса, стандартные для лодок ПВХ. Как видим, производитель обновил у нас чехольчик. Он идет теперь у нас с одной стороны из ткани ПВХ. Вот на удобнее широкой молнии. И с ручкой, то есть можно распаковать. Сумка у нас с удобной ручкой. В комплектации у нас идет инструкция по установке трансовых колес. Трансовое колесо номер 1. Трансовое колесо номер 2. И крепежка для установки трансовых колес на транец вашей лодки. Ну, одно колесо можно посмотреть, то что трансовые колеса у нас есть правые и левые. Колесо у нас, как видно, идет полностью пластиковое, без подшипников, пневматическое. То есть можно накачать при необходимости. Колесо идет на шпульке, который легко снимается при необходимости для замены. Сам механизм, сама нога колеса у нас идет на болту. То есть, прикрутив крепежку к трансу, мы можем спокойно открутить болт, снять колесо и уже складывать лодку. Механизм у нас складывания колес подпружиненный, то есть без особых усилий можем зафиксировать колесо в нужном для вас месте. Что касается качества изготовления для данных колес, то я могу просто показать. Вот видно, какие шовчики здесь. И здесь. То есть, что здесь ось у нас проварена с двух сторон, получается. И здесь у нас проварена сам кронштейн, он проварен также швами, которые уже никуда не денется. Сварка идет заводская, вот. То есть сваривается не в гаражных условиях, конечно, вот, а делается компанией, которая уже долгие годы производит, и первые в России они разрабатывали эти колеса. Вот почему мы, в принципе, с ними и начали сотрудничать. Вот. Данные колеса у нас работают как автомат. Если мы, допустим, поднимаем колесо вверх, вот, то стоит нам слегка поднять, сами они защелкиваются уже в нижнем положении. Интернет-магазин Tuhand. Меня зовут Арсений. Трансовые колеса откидные от компании Amphibalt. Кстати, хочу добавить то, что такие трансовые колеса выпускаются в 3 вариациях. Это стандартные колеса. Есть колеса удлиненные, они длиннее. У них нога длиннее на 10 сантиметров получается. Есть такие же стандартные трансовые колеса, но с 2 колесами. То есть для лодок, у которых уже идет большой вес, мотор большой, чтобы, ну, предохраниться, как говорится. И очень удобно будет сдвоенные колеса для рыхлых грунтов. Допустим, песок или илистый берег. Данные колеса проводили. Максимальная нагрузка у нас на одну стойку получается 75 кг. Максимальная рекомендованная скорость движения лодки на колесах не более 5 км в час. Интернет-магазин Tuhand. Меня зовут Арсений. Трансовые колеса откидные от компании Amphibalt. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте отзывы. Рекомендуем.